На первый взгляд этой пожилой, но энергичной женщине чуть больше 60. Но на самом деле она преодолела 82-летний рубеж. Всегда в хорошем настроении она встречает гостей приятным ароматом домашней выпечки. Пирожки, так что накормлю вас. Нина Александровна родилась в маленьком селе в российской глубинке и прожила сложную жизнь советского человека. И тогда в молодости она вряд ли подозревала, что дорога судьбы приведет ее к другой вере, и жить она будет не в той стране, где выросла. Поменяв за последние 15 лет несколько стран и городов, сейчас с сыном проживает в Риге. Мы росли далеки от веры ислама. Жили очень бедно на берегу реки Бузулук. Народ в бедствиях был. Никакого Бога, никакого ничего мы не знали. Знали только одно – беду, нищету и голод, и смерть. Вот и вся жизнь была. Вырастив трех сыновей и двух дочерей, она, возможно, думала, что это облегчит ее жизнь. Но все сложилось иначе. Трагично ушел из жизни один из сыновей. Вскоре Нина Александровна похоронила второго сына. Детей у меня пятеро было. 3 сына и 2 дочери. 50 лет пошла на пенсию, но дальше все равно работала. От всех бед, принесенных на сердце, не знала, куда и деваться, и что делать. После смерти братьев младший сын Антон взял всю ответственность за мать на себя. С тех пор жизнь Нины Александровны изменилась. Сын у меня познакомился с турками. Они его научили читать Коран. И он меня научил буквы. Приняв ислам, Нина Александровна стала много читать, повышать свой религиозный и духовный уровень. В 2010 году, по воле Всевышнего, вместе с сыном они совершили хадж. Много произошло в жизни этой замечательной женщины. И дай Бог, чтобы каждый из нас мог, подобно ей, найти себя в поклонении Всевышнему Аллаху. Жизненный путь Нины Александровны, безусловно, одно из знамений для размышляющих людей. Ее история – бесценный источник для осознания мудрости Всевышнего и его милости для всех. Мы здесь живем одним днем. Так живи в том дне, в котором ты живешь. На завтрашний день у тебя нет договора. Евгений Ладик, Али Морей, Татьяна Сучкова. Специально для телеканала «Алиф. Украина». Мы работаем для вас. Поддержи наш проект. Не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на канал и включить уведомления.